расстояние, видите, все понятно, что обозначено у вас здесь, вот надо держаться на таком расстоянии друг от друга. Вот, и, ну, в общем, и, собственно, и все. Причастие тоже, когда вам подходить, тогда тоже держите какое-то расстояние, потому что причащаемся, мы испытываем, не повторяем, естественно, лжицу, но не общим платом, а будьте готовы, что будет салфеточка, которую она будет вытереть, и потом мы сжигаем эти салфетки. Вот, собственно, все. А так, помогай Господи. Слава Богу, мы начали.